Сквозь века и эпохи на поле села Душонова вновь оживут важнейшие события российской истории. Уже 18-й раз там пройдет фестиваль «Душоновские маневры». Организацию мероприятия обсуждали на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Это событие важно не только с точки зрения развития внутреннего туризма, но и, конечно, прежде всего с точки зрения воспитательного в качестве образовательных инициатив для молодежи, позволяющих погрузиться в ту или иную эпоху, наглядно демонстрирующих великие исторические события прошлого. Фестиваль – один из старейших фестивалей в Европе, это на самом деле так. За эти 17 лет существования этого проекта в нем приняли участие более 7 тысяч реконструкторов и побывало более 50 тысяч посетителей. Фестиваль будет проходить в течение 2 дней, 2 и 3 июля. Участниками станут реконструкторы из различных городов России, порядка 50 клубов. От Древней Руси до Великой Отечественной войны – таков охват исторических событий нашей страны, которые будут представлены на фестивале. Батальные реконструкции посвящены Гражданской и Великой Отечественной войнам. Кроме того, по словам организаторов, мероприятие будет отличаться своей интерактивностью. Посетители смогут не только оценить мастерство реконструкторов, но также пострелять из лука, поучаствовать в полосе препятствий, покататься на лошадях и многое другое. Помимо всего прочего, будет ярмарка, специально выделенная первый раз за все время проведения фестиваля детская зона с различными мастер-классами и активностями. Также будут различные соревнования в первый день для реконструкторов, то, чего раньше мы не делали, только на батальных реконструкциях приглашали. В этом году будет у нас соревнования по рубке шашки в пешем строю, по фехтованию на карабинах, командные бои в номинации раннего средневековья, ну еще много интересного. В общем, будет что посмотреть. Организаторы ждут гостей не только из Московской области, но и из соседних регионов. А для того, чтобы сделать отдых наиболее комфортным, на фестивале позаботились об организации ночлега. Будет прокат палаток, спальных мешков, инвентаря, то бишь ничего с собой везти не надо, можно просто-напросто приехать, получить эту услугу. Да, конечно же, она платная, эта услуга, да, потому что все остальное, что будет происходить, как я уже сказал, это будет бесплатно. Мы всех вас рады видеть и сделаем все возможное, чтобы у вас этот фестиваль остался на всю оставшуюся жизнь в памяти. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».